В рамках проекта также здесь планируется реконструировать мемориальный комплекс, установить ограждения, высадить деревья. В станице проживает порядка 25 тысяч человек. Многие жители считают, что благоустройство парка необходимо. У нас в Анапской остался одно единственное общественное место, в котором люди приходят, отдыхают. Проводятся у нас важные мероприятия. Это 9 мая. День станицы, в общем, много-много всяких, это День кино, вот прошлый год проводили, нас ДК выезжал, показывал там в этом самом. Но чтобы там хорошо все показывать, нам нужна реконструкция парка. Проголосовать за этот проект или любой другой из 14 представленных анапчане смогут 18 марта. Для удобства жителей вблизи избирательных участков будут работать счетные комиссии. В Анапской проголосовать за парк можно будет в Доме культуры в 12 и 21 школах, а также здании администрации. С полным списком проектов можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации или на нашем anaparegion.ru.